Участники акции «Пальма Победы» собрались сегодня в сочинском дендрарии. Цель акции – создать в каждой школе города музей под открытым небом, живыми экспонатами которого станут пальмы. Их школьники будут высаживать во дворах своих учебных заведений. Сегодня экопионеры 8-й гимназии передали 70 саженцев во все школы курорта. Мы обещаем ухаживать и беречь за нашей пальмой Победы. И ответственность за нее будет передаваться из поколения в поколение. Память о всех тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, будет жить вечно. Именно пальмы, как символ победы, мира и долголетия, в школьных дворах решили высаживать не случайно. 9 мая 1941 года ученики 6-й железнодорожной школы Сочи, сейчас это вечерняя школа, во дворе учебного заведения высадили пальму, которую так и назвали – Пальма Победы. Она растет и сегодня. Таким образом, в Сочи возродят традицию 70-летней давности, отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, который также принял участие в мероприятии. Поддерживать ту традицию – это значит быть патриотами, это значит помнить о великом подвиге своих дедов, своих отцов. Тема победы Великой Отечественной войны – это во все времена была главной патриотической лидией нашей страны, потому что война никого не обошла стороной. Нет ни одной семьи, которой бы не было потерь. Маленькие деревца в школьных дворах высадят ко Дню Победы. Планируется, что в акции примут участие и ветераны Великой Отечественной. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.